Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта AppsVideoReview.ru. Хочу представить вашему вниманию программу Jimmy Guitar. Это такой своеобразный эмулятор гитары для Android. В игре, в этой программе, вы можете играть на гитаре. Например, такой один из режимов, где вы зажимаете струны с левой стороны и с правой стороны играете. Также есть режим, когда вы выбираете аккорд и играете, соответственно, по струнам правой рукой. Также есть режим, когда здесь есть какая-то песня. К сожалению, песни только на французском языке, но, в принципе, программа предлагает найти песню и в интернете. Так вот, программа подсказывает вам, на каких нотах играть, как выбирает вам аккорды и подсвечивает текст песни, который вы должны, наверное, петь, по мнению разработчиков. Также здесь есть режим настройки гитары. Нужно нажимать на струны, и программа синтезирует звук нужной частоты. В настройках программы можно настроить вид гитары, 6-струнная, 12-струнная и тому подобное. Но, к сожалению, это доступно только в платной версии. Также можно поменять тип записи нот, английский или латинский, более привычный для нас вид записи. Итак, эта программа может быть интересна тем, кто играет на гитаре или учится играть на гитаре. Звук у нее достаточно приятный, реалистичный. Есть несколько вариантов игры. Если вы интересуетесь гитарой, то программа может вам понравиться. На этом про программу все. Если вам понравился наш обзор, вы можете голосовать за нас на YouTube или отправить ссылку на этот обзор своим друзьям. Спасибо за внимание. До свидания.